телеведущая и директор магазинов. Поэтому лицо – это моя визитная карточка, и я должна выглядеть молодо и красиво. Поэтому я здесь. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лариса, я из Самары, из России. Нахожусь в потрясающем месте в Таиланде с Инной Нефедовской. Мы проводим... разнообразные техники, практики по омоложению. Мне кажется, я уже такая молодая, лет на 20. У нас здесь случился такой неприятный случай, я подвернула ногу. Инна об этом узнала. Инна сделала свои практики, полечила мою ногу энергией, зарядила тряпочки, все это привязала. С такой любовью все это делала, что у меня на следующий день нога прошла совершенно. Она у меня практически не болит. Лариса, расскажите, пожалуйста, какие практики мы здесь проходили на лицо? Как мы работали в море и на суше? Я когда ехала, я думала, что у нас не будет времени даже позагорать и искупаться. Мы здесь с утра до вечера купаемся и заодно делаем разнообразные практики. У меня вот сейчас уже болят мышцы от этих упражнений. Это хорошо. Значит, мое лицо подтягивается. Я это чувствую. Мы здесь буквально каждый час делаем какие-то практики. Массаж энергетический, массаж руками, растирочку лица, различные упражнения, гимнастики на лицо. Проходя мимо зеркала, я на себя смотрюсь, и я вижу, что я с каждым разом все моложе, моложе и моложе. Эти все дни мне очень понравился ритуал загадывания желаний и привязывания ленточек на пальме. Привязали ленточки. Это место зарядили. Оно теперь у нас заряжено, и все наши желания обязательно исполнятся. Мне здесь очень нравится. Такие потрясающие девочки здесь. Инна вообще замечательная. Девчонки, приезжайте на следующие выездные тренинги. Будет классно.